Яго праца звязана з рызыкай і высокай адказнасцю. Герой нашага наступнага сюжэта Пётр Бежунов – лепшы інспектор ДПС дзяржаўтаінспекцыі Гомельскай вобласці. Пра свой звычайны працоўны дзень ён расказаў нашым карэспандэнтам. Профессия инспектора дорожно-патрульной службы часом не обмежевывается непосредными обовязками правоохранника. Человеку у форме ДПС приходится быть одночасовым психологом и медиком. Нельга забывать об ветливости, а тем часом сама праца и небеспечная, и тяжкая. Справиться со складанностями допомагает жадание приносить корысть людям и робить дорогу беспечной. УВД пришел в 2003 году. Это в центральный отдел милиции. Я пришел, был милиционер и водитель. По сеньям отработал несколько лет, перешел в оперативно-поисковый отдел, где я там тоже отслужил. И по сеньям мне пал выбор на госавтоинспекцию, куда по сеньям перевелся и служу до настоящего времени. Сёння Пётр Бежунов – вопытный инспектор, якому доручаюць рыхтаваць новичков. За плячыма вышэйшая педагагічная адукацыя, значны стаж. За парадай до Пётра Бежунова нярэдка звяртаюцца калегі. Ведаюць, ён не адмовіць. Он является профессионалом, к которому можно всегда обратиться за помощью. Всегда подскажет, никогда не откажет. Бывают сложные ситуации, дорожно-транспортное происшествие, которое терпят какого-то вмешательства еще более опытных сотрудников, как таковым он и является. До кожного водителя инспектор шукает свой подход. Говорить без этого не обойтись. Психологию тоже надо знать. Подход найти к человеку. Определить, что там, как у него. Какие-то семейные обстоятельства, может, у него, что он так допустил нарушение какое-то. Либо еще иной фактор, способствующий нарушению. Пётр Бежунов упэўнены, калі хочаш дасягнуць поспеху, трэба ганарыцца абранай прафесіяй і ўласным прыкладам даказвае гэта. Яўгенія Кухарона, Калеся Рудзянкова, Валерый Гапанько, Тэлерадыёкампанія Гомель.